А мне сказали как по секрету, что те решения, которые мы ищем, они сейчас доступны сами к малому, микро, среднему бизнесу, да, не только корпорации, большим банкам и так далее, и так далее. Задача следующая. У нас есть много экспертизы. Вообще, мы, во-первых, мы помогаем малому среднему бизнесу сориентироваться в программах поддержки, которые они хотят пользоваться. Да? Есть куча программ, гранты, субсидии, льготы, для этого всего надо анализировать большую кучу нормативных правовых документов, которые написаны в случае проведенного дома, в котором люди быстро засыпали, да? Потом, значит, есть много экспертиз, ну, наших, например, в частности, за 7 лет наработанных видеообзор файлов, потом надо расшифровывать, переводить в текст. Есть еще куча экспертиз в сети, не верифицированных, правда, да? И, соответственно, из этого всего мы бы хотели получить экспертную систему, которая анализирует информацию, находящуюся в открытом доступе, и в том числе использует наши экспертные данные, да? И вы знаете, эксперты в удобном для пользователя визуально представлен в каком-то виде, да? Вот, если сказали, что сейчас эти системы, работают такие системы, сильно падают в цене, ну, собственно, мы хотели прицепить свой маленький вагончик к этому большому локомотиву, который снижает стоимость, цена, качество вот этой разработки, сказать, что это возможно. Спасибо за внимание. Спасибо. Спасибо. Запрос какой? Получается, нам, например, мы поговорили с Яндексом, они сказали, вы знаете, корпорации уже сказали, есть цифровые платформы, и скоро на этой цифровой платформе, которую сделал Яндекс, будут разработаны много индивидуальных сервисов и маленьких прикладных решений. Собственно, наверное, нужно будет защитить эти решения. Есть ли кто-то подключение решения? Нет, я не поеду, я хотел выступить. А вы пытался запишитесь сделать. Спасибо большое, давайте поаплодируем.